Булочки, сегодня мы с вами приехали мочить жопки. Кстати, да, Колю тоже пришлось взять с собой. Короче, арендовали мы две доски. Ладно, шучу, одна у нас была с собой. Вы офигели смеяться, я красотка. А вот сейчас будет реально смешно. Всем привет, подписчики. Сейчас я покажу вам, как кататься на доске. Профессионально. Как вы поняли, покататься не получилось. Зато мы вкусно покушали и крикнули на гору легендарное слово. Бергет!